Глава региона Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам контрактной военной службы. В нем приняли участие все ответственные службы. На еженедельных заседаниях удается оперативно реагировать на возникающие вопросы и решать поставленные задачи. Напомним, что в регионе по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы с 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Чтобы записаться на военную службу по контракту, достаточно прийти в городской пункт отбора, что находится по адресу улица Ленинская, 147, или военкомат по месту жительства. С собой нужно иметь паспорт и военный билет. Потом необходимо пройти тестирование и медицинскую комиссию. Там же специалисты предоставят открытую информацию об условиях прохождения военной службы, включая денежное довольствие, социальные гарантии, льготы и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Среди тех, кто уже заключил контракт, Александр Каштанов. Он отмечает, что чувство выполненного долга вдохновляет, когда успешно выполняешь боевую задачу. Во-первых, конечно, какая-то вот такая радость, гордость, то, что выполнил задачу. А во-вторых, то, что вот когда смотришь на вот этих вот местных, которые, как я уже говорил, естественно, просто рады тебе. Какое-то, я не знаю, что-то человеческое в душе шевелится, что просто помогли людям избавиться от вот этой вот.